Обзор установленного замка Phantom X5 в черном цвете. Как и вся линейка Phantom, замок управляется через приложение TTLock. С помощью Bluetooth можно открыть замок непосредственно в приложении. Также в приложении можно создать EKIS, электронный ключ, коды доступа. Код может быть различного типа. Постоянный, временный, разовый, настраиваемый, циклический и очищающий. Еще можно привязать смарт-карту, создать отпечатки пальцев или привязать пульт и настроить их время действия. При нажатии на записи открывается журнал входов. Поскольку это уже работающий замок, то здесь отображены все открытия двери. Можно увидеть, кто, как и во сколько заходил. И настройки, где можно найти техническую информацию о замке и настроить дополнительные функции, а также удалить замок. Переходим непосредственно к установленному замку. Phantom X5 установлен на входной металлической двери. Замок открывается отпечатком пальца, цифровым паролем, смарт-картой и аварийным ключом, отверстие для которого находится внизу замка. Также там расположен USB-вход для подключения пауэрбанка. Замок был установлен на собственную трехригельную мортизу. Дверь закрывается на косой ригель, а при поднятии внутренней либо внешней ручки вверх происходит закрытие на 3 прямых ригеля. Также внизу есть дополнительная защелка. При нажатии на ручку все ригели затягиваются. Защелку необходимо открыть механическим ручным способом. С внешней стороны ручка работает с холостым нажатием, а при поднятии ручки вверх дверь закрывается на 3 ригеля. Открыть можно, например, с помощью пароля. По запросу клиента замок был установлен на дверь с дополнительной декоративной накладкой, которая увеличивает толщину двери. Этот монтажный момент решается с помощью установочных болтов разной длины, которые идут в комплекте. Вот так выглядит Phantom X5, установленный на входной металлической двери.